Меня зовут Михаил Фурсевич. Я рядовой гражданин этой прекрасной страны, и мне есть что вам сказать. Здравствуйте! В эфире программа «Скажи, не молчи». В студии Елена Слав, Виктория Попова. И здесь мы обсуждаем с нашими гостями самые разные темы. И сегодня у нас бизнесмен, патриот Михаил Фурсевич. Здравствуйте. 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 Ну, Михаил, хотите прокомментировать? Про бизнесмена вы загнули, конечно. Ну, вы же занимаетесь малым бизнесом достаточно давно. Да. С какого года? С 2005-го. Вот за все это время было у вас желание все бросить и сказать, ну вот сложно, поеду в Польшу, например, и попробую заниматься там делом? Всегда заниматься чем-то, это сложно. Ну, не каждый выдержит. Угу. Ну, а за 15 лет, вы когда 15 лет придумали это предприятие, вы понимали, что вы на себя такой как бы груз как-то загружаетесь этим и будете развиваться? Потому что некоторым же хочется пойти на госслужбу. Возможно, там, ну, больше комфортные условия, теплый кабинет. Да. Не надо никуда летать, там, зачем-то бегать и кого-то нанимать, и с кем-то там постоянно вести какой-то диалог. То есть вы на себя брали риски и ответственность, да? Осознанно? Нет, не понимал. Ну, на самом деле не понимал, я просто инженер. Угу. Вот я проектировщик, я работал на предприятии, вот, где-то развился, и пришла в голову идея даже не мне, а там моим друзьям, но если ты такой талантливый, ну, давай ты открывай свое предприятие. Ну, посидели, да. Угу. А можно открыл. Узнать, а что за предприятие? Где вы? Пожарная сигнализация, видеонаблюдение? Да, наше предприятие занимается системой безопасности для зданий. То есть это полный комплекс услуг, это лицензируемые виды деятельности, это системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, дымоудаление, пожаротушение, видеонаблюдение, контроль доступа. Угу. Ну, то есть вы занимаетесь аппаратурой, которая обслуживает этот... Проектированием, установкой, техническим обслуживанием, весь комплекс работ, то есть мы это все делаем. Ну, по большому счету у нас компания небольшая, но дело, которым мы занимаемся, достаточно серьезное. Вот, если вы спрашиваете, знал я, на что иду, то я не знал, на что я иду. Потому что я никогда не руководил предприятием. Казалось, вот я фирму открою, и тут... Да, открыл, сам работал, стал меньше зарабатывать, потому что, ну, начиналось все с нуля, вот, и тут тебе нужен бухгалтер, штатные специалисты, и всем надо зарплату заплатить. А сегодня вы удовлетворены тем, как развивается все у вас? Или хотелось бы больше, или все нормально? То есть, вот... Конечно, хотелось бы больше. Хотелось бы там огромных горизонтов, но... Я четко понимаю, что мы можем сделать, что мы не можем. Но люди довольны, которые у вас работают? Или говорят, ну вот слушайте, этот вот Миша, он вот же вот начальник такой, прям а скажем. Это кадровый вопрос, вот это вот просто. Я не помню, чтобы меня где-то в курилке никто не критиковал. Я делаю вот все не так со слов моих сотрудников. Но только они, электромонтер, там он думает, а вот чего он туда лезет? Нет. С его стороны, конечно, там, ему виднее, лучше, чем мне, чего я... Как управлять делаю... вашим предприятием? Я-то думаю, что я ему буду послезавтра платить и что он будет у меня делать. Вот это важно. Да и не хочу я объяснять электромонтеру свои решения. Скажите, пожалуйста, но иной раз приходится сталкиваться с таким мнением, что идти работать к частнику несколько опасно, потому что государство есть государство, то есть конкретная там пенсия, зарплата, день в день, мы так все привыкли уже здесь в стране. А частник, ну, бывают задержки, да, бывают... Ну, не скажу про вас, безусловно, это вас не касается, но не секрет, что есть зарплаты в конвертах. Есть какие-то моменты, когда люди экономят на налогах, да, ну, имею в виду там. Вы это все как обходите, эти все вопросы трудовые? Были ли случаи, когда люди на вас реально обижались и говорили, господи, никогда в жизни вот эту контору за страной обходить? Нашему предприятию уже 15 лет. Да. 16 даже. Угу. Вот. Все было.
И обиды были. Но в непорядочности меня никогда никто не обвинял. Мощнейший фактор риска – это девальвация. Да? В скачки вот с валютой в 2011-2014 наверняка вас как-то взбодрили. А кого они взбодрили? Ну, а как они на вашем настроении отразились? Первая девальвация у нас была в 2008 году. Да, еще, вот, еще до... Когда с 2000 до 3000 долларов увеличился. Угу. Тогда я просто для себя вывод сделал, что про доллары вообще говорить не надо. Ну. То есть у нас... мы не привязываемся к доллару, да? Ну, вот в Беларуси национальная валюта американский доллар. Да? Все переводы свою зарплату на американский доллар. Но, естественно, там... Ты же не будешь объяснять своим сотрудникам, как формируется заработная плата на предприятии. Угу. Вот, что они, нам надо там 10 долларов за точку. Вот, вот он так думает, а как она формируется? Но, естественно, у нас заработная плата в белорусских рублях у всех. Ну, понятно. И вот с этим стереотипом мышления, вот 10 долларов, да, мы начали бороться еще в 2008 году. Я сказал, какие доллары, о чем вы говорите? Вот, белорусский рубль. Мне кажется, вы начали эту борьбу в 2008 году, но она неэффективна, потому что до сих пор, и, допустим, даже рынок недвижимости, он привязан у нас... Ну, это на рынке недвижимости неэффективно. Но мне, например, никто не приходит и не говорит, я хочу 500 долларов зарабатывать в месяц. Ага. Вот. Да. То есть вы в своем предприятии добились, отучили, да? Да, отучил. Даже больше вам скажу, я отучил всех, с кем общаюсь от американского доллара. Мне простой пример приведу, когда нужно было покрасить стену в офисе. Начинаешь вызывать компанию, ну, ремонтника. Вот они приходят, там, 10 долларов по курсу Нацбанка. А это было, кстати, после 2014 года. Я говорю, хорошо. Вот. Допустим, он мне назвал 120 долларов, я умножил на 10 тысяч. Угу. Ну, тогда вот. По тем временам? Нет, по тем временам уже был 15 тысяч. Угу. Но у меня курс остался 10. Угу. И предложил им стоимость, там, допустим, 1 200 000, говорю, угу. Ну, хотите? Так это ж, не 120 долларов по курсу. Я говорю, у меня курс 10 тысяч. Хорошая мысль. Мне грядет ремонт. Я тоже теперь буду знать, как нужно общаться со своими ремонтниками. Говорят, что так и нужно. Плюс вот, да, действительно, мы боимся девальвации. Ну, зачем она нам надо? И как-то это потрясение. Опять же, очень простой метод. Вот. Отложить девальвацию на когда-нибудь потом. Ну, смотрите, вы... Стараться покупать... Белорусские товары. Ну, если туалетная бумага стоит белорусского производства... И польская и другая, польская, ну, извините, валюту в унитаз? Михаил, какой же вы хозяйственный? Ну, я почему задала вопрос об этих девальвациях. Помню, когда вы только начиналась предвыборная кампания, вы всем писали невероятно, ну, часто так у них спрашивали. Вот вы, предпосылок было больше вот после девальвации, допустим, в 2010 году, да, там, в 2015 году, а вы в 2020 проснулись. А почему вы так этот вопрос формулировали? А мне непонятно. Непонятно, что ж такого произошло в 2020 году, что вот у всех какое-то озарение возникло. Ну, с чего? Вот если уже должно быть озарение, то это в 2015 году. А что мы видели после президентских выборов в 2015 году? Вышли, помахали флагами Евросоюза, и была здесь с вечера уже все по домам разошли. Ну, смотрите, Михаил, я с вами не соглашусь. Я согласна с тем, что да, мы немножко уходим от доллара, потому что раньше мы действительно мерили все. Сейчас же наверняка к вам приходят люди и не говорят 500 долларов, а вам говорят, я хочу зарабатывать 2000. Или сколько? На ваш взгляд, какая зарплата сегодня нормальная для, ну, для любого белоруса? Сколько хватит на жизнь человеку, мужчине с двумя детьми? Не знаю, ну вот сколько не зарабатывай, не хватит. Ну вот это очень правильный ответ, я считаю. Согласна. Денег много не будет. У нас в любом случае есть возможность заработать. Угу. Вот. Если моему сотруднику нужно будет доработать где-то что-то, и он мне скажет, ну я хочу в субботу выйти поработать, я ему скажу, ну хорошо, выйди, там заработаешь себе дополнительно. Угу. Вот. То есть есть такой шанс. Даже я могу пойти на то, что, к примеру, мой сотрудник, там есть хорошие инженера, там сделает кому-то какую-то услугу и дополнительно у них заработает. Это...
Это нормально, пусть люди зарабатывают. Согласна. Кто много работает, тот много зарабатывает. Ну, это современная комедия Гайдая, еще известная формула. Скажите, а вот вы пошли заранее на избирательный участок 4 августа, потому что вы не добились ответа, что такое стряслось, чего у них озарение? Почему заранее? В чем была вызвана решимость ваша? Я пошел именно заранее, первый раз в жизни вообще заранее пошел голосовать, потому что оппозиционно настроенные силы всем предлагали пойти после обеда 9-го. Я понял, что они готовятся не к победе на выборах, а к победе на улице. Вот, это долго объяснять, почему я к этому пришел, но действительно это так. Так вот, чтобы не было повода выйти на улицы, белорусы должны были проголосовать досрочно и не дать эту возможность сказать, что выборы там как-то сфальсифицированы. Поэтому нам нужно было, ну, государству нужно было обеспечить максимально высокую явку вот именно на досрочном голосовании. Вот. Хотя надо признаться, что хоть там все пришли досрочно проголосовать, те, кто был настроен на драку, они в любом случае бы нашли бы повод. Но драки начались еще задолго до того, как открыл досрочное голосование. В июле там какие-то первые были уже попытки Ловил, хлопали там, но это сравнить, вы, чтобы... Виктория, и вы не очень, может быть, не до конца ответили, почему, значит, в 2020 году люди вышли. Ну, я, мне кажется, почему все это логично. Ковид, потому что эмоционально на ковиде была поднята какая-то история. Да, не было девальвации, не было проблем страшной с экономикой, не было, может быть, каких-то других процессов неприятных, но был ковид, и эмоционально люди были взбудоражены. Потому что со всех сторон объясняли, что ничего не делает государство, президент советует лечиться трактором и чем там еще, на льду кататься, хоккеем, то-то, то-то. То есть эмоционально некоторые силы захватили. Хватили белорусов. Вот в чем причина такого перевозбуждения 2020 года. COVID. По моему мнению, разве это не так? Ковид? Да. Ковид и протесты. Я вообще не понимаю, как это... По-моему, о ковиде забывали во время протестов очень быстро, а потом, когда нужно было сходить куда-нибудь... Я имею в виду, почему накачаны были люди вот на эмоции? Разве нет? Разве прошел большой очень период с марта месяца до августа? Вы знаете, я, конечно, не эксперт. Ну, ковид и протесты я как-то не связывал. Просто мне кажется, что в 2020 году просто дошла очередь до белорусов с этими революциями. Если в 2015 году у нас не было озарения, то это озарение на тот момент занималось Украиной. И ковид продолжается сегодня. Вы правы, да. И как-то он тоже не влияет на паблики оппозиционные. Я имею в виду, что история с ковидом, она не определяющая. Она может быть какой-то... Была использована как ситуация, да, как повод. Так да, они согласна. Же все использовали. Они все, что могли, все использовали. И очень оперативно, это мы тоже много раз обсуждали, Михаил, но вот вы, сходив, проголосовав досрочно, потеряли в этот же день лучшего друга, который... Не в этот же день. Mm-hmm. Вы написали, что я досрочно проголосовал, и друг перестал со мной общаться. Не в этот же день, это когда я начал писать уже в Фейсбуке. Mm-hmm. Тогда он, ну, естественно, почитал и перестал со мной общаться, а когда мы планировали группой встретиться, то там в институтской группе написали, что типа я не приходил. Я почему решила с вами эту тему обсудить? Потому что мне кажется, вы очень хорошо сформулировали, что единство для вас наступит тогда, когда вы снова начнете общаться. Его нельзя запланировать, это единство. Но удастся, как вы сейчас, спустя год, чувствуете, удастся восстановить? К нему нужно стремиться, к этому единству. Угу. И рано или поздно мы в любом случае помиримся. Угу. И это, скорее всего, зависит на сегодняшний день от меня, помиримся мы или нет. Если у меня получится сделать эту страну лучше, чуть-чуть, ну, с моими возможностями, вот, тогда я смогу сказать, что пока одни бегали по лесам с флагами, я что-то сделал. Вот чуть-чуть, вот это вот я сделал. Придет время, меня поймут, и мои друзья меня поймут. С моим другом у меня и точка зрения совпадает.
Вот. А что за точка зрения? У нас не идеальное государство, и есть проблемы. Претензии вот. У вас есть, как действующей власти? Есть проблемы в государстве. Угу. Ну, можно, конечно, к этим проблемам предъявлять претензии, вот, но на проблему можно посмотреть под разным углом зрения. Угу. Вот для моего друга, например, все проблемы сверху, рыба угу. ее с головы. Вот у него. Угу. Но и у меня, например, другой подход. Если не дорабатывают коммунальные службы, причем здесь руководство? И если не дорабатывает местная власть, причем здесь руководство? Ну, смотрите, мотивация той стороны оппозиционной была такая: кто угодно, но не Лукашенко. Для многих моих знакомых и людьми, с которыми я общаюсь, было наоборот: только не они. Вот, вот пускай будет Лукашенко, но только вот нет, вот, извините, бригада Тихановский, Бабарико, Цыпкало и прочие там, кто попытался там показать себя. Вот эта мотивация для вас как сработала? Только не они или наоборот? Я как представлю честные выборы от ушлого гопника, то у меня просто волосы дыбом становятся. И вот он вам организует выборы. Вот так организует, что вы будете потом вспоминать с ностальгией то время, когда мы жили при Александре Григорьевиче. Вот вам это надо. То есть он вас напугал своей какой-то неадекватным каким-то подходом, что мы все поедем по этапу, те, кто не за него, или как? Вот что? Или именно гопнический подход такой? Должность руководителя страны очень ответственная. Могут белорусы себе позволить, чтобы эту должность занял любой дурак? Нет, нет, конечно. Ну, не имеем права мы это, правильно? Вот. И в 2020 году не было вообще альтернативы Лукашенко. Ну, либо Бабарико альтернатива, газпромовский менеджер. Но вы же сами пытались для себя как-то обосновать вообще мотивы Бабарико и писали версию, что он боится тех, кто его заставил идти в политику, больше, чем белорусское правосудие. Ну, я думаю, да, иначе, ну, сомневаюсь я, что если бы Виктору Дмитриевичу пришли там и сказали, ну, признайся, мы тебе срок скостим, но это точно не Павлик Морозов, который будет стоять до последнего. Ну, я не верю в то, что Виктор Дмитриевич задумался о народе. Вот. Кто, если не он? В феврале месяце он говорит о том, что я пойду в политику, если меня заставят. В мае или июне он говорит уже, что меня попросили. Вот, это в интервью Дольче Велли. Вот, ну, да, я, да, я, да. Я всех их смотрел, и он говорит, меня попросили. У меня вопрос, кто вас попросил? Ну, для меня это важно, кто попросил, тогда я хоть буду знать, что меня ждет. Но вы не просили, я не просил, ты не просил. Да, он это обосновал тем, что кто, если не я, задумается о народе. Вот накрыла банкира вот идея заботы о народе. Тогда у меня вопрос другой. Вот, помните, вы про девальвацию у меня только что спросили, да? В 2011 году доллар увеличился в 3 раза, и там были очереди в обменниках. Курс Нацбанка был тогда 5 тысяч, а уже на черном рынке доллар 8, 9 и под 10. Где была забота у Белгазпромбанка перед их вкладчиками, когда они могли забрать свою валюту? Им предлагали забирать по курсу Нацбанка по 5 тысяч. Тогда о народе что-то никто не думал. Да ладно о народе, о своих вкладчиках. Все-таки, смотрите, 11 лет, я считаю, многовато. Ты говоришь про Марию Колесникову. Да, сейчас. Для такой девушки, которая, ну, кого-то не убила, в общем-то, никого. Вреда нанесли они намного. Угу. Вреда. Вот. Если мы будем говорить там о каком-то барабанщике, которого там поймали, где-то его надурили, он с дурманенной головой пошел что-то там творить, и вот его наказали жестко. Вот для него, наверное, много, потому что подговорили, собственно говоря, организаторы всех этих революций его. Вот ему может быть много. А здесь мне судить много, мало. Мне кажется, вот топовые фигуры
этих протестов. Они знали прекрасно, на что они идут, и они знали прекрасно, какие их дивиденды ждут от раздела стран. Ну, смотрите, Михаил, что меня смущает во всей этой истории? То, что мы не знаем действительно, из чего исходя выносились такие приговоры, потому что процесс был закрытым. Нам не сказали, может быть, Мария Колесникова организовала, там, я не знаю, планировала поджог и убийство верхушки МВД. Ну, как бы, бог, мы не знаем. Что там за история с паспортом, мы не знаем. Что происходило на границе, толком мы не знаем. Как бы здесь есть такой момент. Но смотрите, вот Бабарикинцев, ну, штаб Бабарика осудили, скажем так. Вот на очереди Тихановский. Статкевич и вот эта вся бригада, да, как вы говорите, ушлый гопник, полностью согласна. Смотрите, тоже нам только показывают, какие гадости он говорит про сына президента, президента и так далее. Но что за ним стоит, мы не знаем. Как вы думаете, какой срок ожидает его? Примерно такой же? Или вот чья вина, на ваш взгляд, больше? При том, что, опять же, заметьте, что жена его за 15 тысяч долларов, которые, по словам президента, собрали с предприятий, находится в Литве и там продолжает свою, так скажем, карьеру худо-бедно, да, какого-то такого... Скоро начнется с котами английской королевы встречаться. Что? Хорошо. Но вот эта вся история с Тихановскими для вас как? Ни Бабарико, ни Тихановский – это не организаторы нашей революции. Ну, нашли там одного, нашли второго, поставили на их месте, мог бы быть любой. Угу. Ну, попался просто Тихановский. Ну, все, вот, о, Серега, будешь ты. Давай, рассказывай, какие здесь у нас дороги, вот, и так далее. Угу. Михаил, вы сами любите потроллить невероятных, и вообще они, мне кажется, при упоминании вашей фамилии уже крестятся, потому что очень саркастически иногда шутите. Например, вот вы проникли в группу, ну а что проникли, просто подписались там «Беларусь for Freedom», где начали, в общем-то, поздравлять Светлану Алексеевич, ну, с госнаградами от Германии, ну и предположили, что для Третьего рейха это нормальная традиция. Не уловили юмор поначалу поклонники Светланы Алексеевича, и даже лайки вам ставили, из чего вы делаете вывод, что ну, они сами не знают, чего и не вчитываются в смысл сказанного. Ну, я с вами согласна, мы все сейчас на такой в соцсетях моторике такой, ну, все читать невозможно, поздравляют вроде, ну и лайк. Я в этой оппозиционной группе пробыл недолго, и понял, что там ловить нечего. Это группа роботов. Вот. Там авторы вот этих постов, которые пишут конкретно в этой группе, из Дублина, из Лондона, из Берлина, Варшавы, Праги там и так далее. То есть белорусов там не было вообще. К этой группе туда даже писать бессмысленно, там никто ничего не читает и не вникает даже в суть того, что им пишут. А, другое дело, я вылетел из группы «Белорусы за честные выборы». Так, вот, долго я там продержался, и, честно говоря, мне скучно без них. Потому что в этой группе настроены перемены граждане, они выражали свои мысли и так далее. И с ними можно было разговаривать. Вот. Важно было понять, каких они перемен хотят. Вот, каких они реформ хотят. Вот, то, что каких реформ хотят политические содержанки, это мы знаем. Никто мне внятно не ответил конкретно, какую реформу они хотят видеть. Ну почему же вы скучаете тогда? Там был диалог, видимо, да? Нет, дело в том, что вот интересно было, я же из той группы встречался, лично встречался с некоторыми ее участниками, мы общались в кафе, обсуждали, и Кстати говоря, вот интересно, что они, вот те оппоненты, которых мы не знали раньше, относились ко мне лучше, чем, допустим, мои друзья детства, там, которые, с которыми у нас взгляды не совпали, потому что мы научились друг с другом разговаривать. Mm-hmm. Вот. То есть эта группа помогла вам немножко услышать друг друга, чтобы встретиться и подготовиться к этой встрече? Задача была такая, чтобы понять, какие реформы нужны. Ну, а ведь может быть, действительно нам какие-то реформы нужны для того, чтобы... Чтобы жить стало лучше. Для того, чтобы жить стало лучше. И протестный электорат такой посмотрел, да слушай, а чего мы слушаем этих идиотов, если государство сделает и это, но мы этого хотели, зачем нам слушать кого-то лучше... Угу. Давайте мы будем помогать государству. Кстати, интересно, вот один ИПшник обвинил президента в том, что арендная плата в торговом центре, где он работает, такая высокая,
что невозможно работать, и я скоро задохнусь. Подождите, а каким боком вообще власть, президент к арендной плате? Он снимает себе закуток участника. Вот этого давно нету понимания. Я понимаю, о чем вы говорите, что нужно друг с другом разбираться. А не с властью. А не с властью. Да. Там у них уже чисто капиталистические, я бы назвала это, проблемы, а не социального характера. Да. Ну, я знаю эту проблему, ну, дорого. Очень... Да. Но тем не менее, ну, знаете, ну, еще есть вопрос, что привыкли люди к высокой маржинальности у нас, и как бы... были обороты, они это сами, честно говоря, индивидуальные предприниматели очень часто в частных беседах, как вы это называете, при встречной встрече говорят, ну да, мы немножко зажрались, мы продавали там обувь там, в 3-10 раз дороже, чем она стоит, а вот теперь у всех интернет, да вообще много объективных причин того, что у них снизилась эта маржинальность, и не Лукашенко тут причина. Дело причиной. В том, что проблема вот... этого бизнеса, о котором мы вот сейчас вот говорим, в том, что очень высокая конкуренция. Потому что этот бизнес очень простой. Сел в автобус, гонял в Москву, два баула привез, продал. Ну да, купил за два, условно говоря, продал за семь. Так и было. Соответственно, тут один погнал, второй погнал, и все вот смотрят туда. Да не надо, а я не пойду, я, как вы говорите, в интернете заказал. Конечно, это же тоже конкуренция. Легче всего. И вот этих предпринимателей стало настолько много, что скоро будет на одного покупателя их двое. Вот. Ну, продавцов. Так, уже так и есть. Вы заходите в торговый центр и полюбуйтесь, там больше продавцов, чем вы покупаете. Это же не значит, что покупательская способность у белорусов уменьшилась. Ну, конечно, не значит. Это не в этом дело, просто... Просто надо снижать цены, чтобы быть конкурентоспособным, да, привлекать. Да, не снижать цены. Нужно уходить просто в другие сферы. Где... Конечно, я согласна, что нужно уже просто мозгами шевелить и искать выходы другие к потребителю, чем вот эта точка, и как было раньше, на рынок, на стадион пришел, и там вот та самая главная тусовка была городская. Ну, ушло это время, к сожалению. Давайте ненадолго прервемся. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи», где вы можете оставлять свои комментарии, а также предлагать нам гостей. В эфире программа «Скажи, не молчи». У нас сегодня в гостях представитель малого бизнеса, патриот Михаил Фурсевич. Чем вы мне симпатичны? Тем, что вы, Михаил, как технар, мне кажется, как человек с высшим техническим образованием, во всем до сути пытаетесь докопаться. И именно поэтому любите побыть в пабликах, сходить на диалоговую площадку. Есть представители там и люди, оппозиции, и те, кто поддерживает власть, и те, кто ее критикует. Но это и мой метод тоже. Мне не нравится, когда люди, ну, как бы банят инакомыслящих вокруг себя всех и как бы в коконе информационном существуют. Это не так любопытно. Я с вами согласна. Но вот на одной из таких встреч вы подловили после Дмитриева кандидата еще одного в президенты и о чем-то с ним оживленно пытались поговорить. Как это было, расскажите. Да не подловил я его. Одна из диалоговых площадок была посвящена экономике. Вот, а когда в обычной, в повседневной жизни там с кем-то разговариваешь о политике, и тебе могут сказать... Кстати, часто очень такое говорят, что Беларусь перед каждыми президентскими выборами стоит на пороге пропасти экономической. И что вот если не ушлый гопник, то... Все провалится, да. Вот. Мы слышали про дефолт уже много раз. Так вот хотелось бы понимать. Ну, действительно мы стоим... Я говорю, ну вот посмотри телевизор, там ну ни на какой мы пропасти не стоим. Он говорит, да там тебе расскажут, там и так далее. Вот. Поэтому нужно у кого-то спросить, ну, кто имеет более авторитет, чем я инженер, чем он инженер, там, например, ну, обычные обыватели. И как раз вот эта диалоговая площадка была посвящена тому вот экономике, там Романчук, по-моему. Романчук выступал со стороны... Экономист Ярослав Романчук, кандидат в президенты 2015 года, если мне память не изменяет. Да. И Алексей Авдонин ему оппонировал. Да, и пришел послушать, но здесь там не расскажут, но я ж могу потом сказать, что я там наслушался, у меня будут оперировать. Ну, естественно, пришел там показывать. Одни показали график, там прыгают, там такая экономика, сижу, вы скажите, тут нас
Нас все? Ждет да. дефолт или нет? Скажите русским языком, да? Они говорят, графики, а вот лучше так. Там. Не получил я внятного ответа. Подхожу к Дмитрию. Андрей Владимирович, у меня к вам вопрос. По экономической ситуации вы скажите, мы вот так? Не так. Вот у нас просто вот так вот идет. Плавно, хуже с каждым днем. Говорю, слава богу. То есть не сразу, да? Но если плавно вниз, то значит можно где-нибудь дойти, а потом резко вверх. Ну, хотелось бы. Соответственно, не грозит нам ничего в ближайшее время. Ну, и показал вот этот вот год, что действительно там ничего не произошло такого сверхъестественного, чему нас пугали. Смотрите, что касается Дмитриева, он еще был, по-моему, помощником Никляева на каких-то там выборах какого-то там еще более лохматого, чем 2015 год. Десятом, да, получается? Десят. Вот, смотрите, в чем их проблема большая. Никогда в жизни они в своей тусовке настолько же плотненько варятся, никогда в жизни им не мог никакой инженер с другими взглядами задать вопрос, понимаете? Всегда это была отдельная тусовка с отдельной группой на Октябрьской площади там или где они там ходили. Как бы никогда вокруг не было никакой дискуссии со стороны. У сторонников действующей власти, в принципе, тоже не было с ними никогда особого диалога. Там были попытки с Романчуком, вот эта вот вся эта история, Короткевич, Романчук, это все кандидаты, президенты, да, из той же как бы бригады. Mm-hmm. Но тем не менее, они же были на пресс-конференциях у президента, они там, ну, Романчук в частности, да, был и так далее. Но как-то такового диалога никогда не происходило. Вот такого вот прям, ну, условно говоря, дебатов не было между ними. К чему я это говорю? Вот за год мы вроде как наигрались уже в эти дебаты с ними. Все друг с другом пообщались, и тема себя потихоньку изживает, и все хотят забыть про эту политику и возвращаться к нормальной жизни, к пожарным сигнализациям, кто там к концертам на рояле. Ну, то есть люди немножко подустали, как вам кажется, от этой всей истории вокруг Алексеевича и там и всей этой вот этой темы. Уходит она? Да, действительно, на улицах не скачут, не визжат, относительно благополучно, но здесь вопрос-то в сознании. Остались вопросы, и что греха таить, мы ж никто им так и не ответили, не сняли вопрос отсюда. Вот. Ну, согласитесь. А что касается Романчуков, Дмитриевых, то я бы с ними вообще не разговаривал. Единственное, что я рад, что один из доверенных кандидатов, доверенных лиц вот Дмитриева написал мне в Фейсбуке комментарий какой-то. Вот, очень рад, потому что трудно спорить с экспертами, которые не с глаголом пишут слитно, да? Вот. А здесь, как-никак, доверенное лицо в кандидаты, и он так интересно ответил, что он посетил 10 избирательных участков из 7 тысяч и может делать выводы, какие были. Так, доверенное лицо в кандидатов в президенты должно знать количество избирательных участков? Должно, конечно. Наверное, должно. Да. А их не 7 тысяч, их чуть меньше 6 тысяч. Ну, так. И делать выводы по 10 избирательным участкам. Михаил, ну вот я знаю, что вы любите себе так нервишки пощекотать и в пабликах оппозиционных все-таки бываете, и сами как-то написали, что там уже довольно скучно стало. То я о чем хочу спросить, ну, если скучно, то, может быть, не надо вам так уже усугубляться в эту тему самому и строить опасения, что нас в покое не оставят. Почему вы сами себя вот накручиваете? Мне кажется, ну, есть момент, что вы как бы ищете этой войны там уже, где ее нет, нет? Нет, да не ищу я войны. Те, кто организовывал все эти революции год назад, они просто ушли в подполье сегодня. И ждут удачного момента или еще чего-то, или повода какого-то, чтобы начать по-новому. Поэтому успокоиться можно, но расслабляться не надо. И нужно нам работать на упреждение этих ситуаций. Mm-hmm. Вот. Разговаривать с этими людьми, пытаться объяснить, пытаться понять вот, их, пытаться обосновать свою точку зрения.
Я вас наверное, поддерживаю в этой конспирологической теории, в том, что даже на уже не конспирология, то, что как бы вот если в этом, ну, так получилось, подавились немножко, да, как бы Белоруссию, то наверняка будут попытки еще, еще. То есть, как нам говорят, ой, ну сейчас что там, перекинутся, коллективный Запад перекинется туда, на, в Среднюю Азию, и там будет заниматься революциями цветными, или уже там на Россию, да, чтобы напрямую. Мне кажется, что да, надо понимать, что не оставят нас в покое в том плане, что мы все равно останемся геополитически важным куском, на который нужно влиять, в Западу. Наверняка. Михаил еще руководитель предприятия посчитал деньги. Он считает, что просто так ничего не бывает. То деньги были потрачены на Беларусь, да, значит, результаты не нет. Покой, вложены. Да? Хотя, вы знаете, тут вопрос. Насчет результата. Ну, деньги вложили, должны получить отдачу от этих денег. Если те санкции, которые ввели в отношении нашей страны, окупили им их эти затраты, вот, то тогда, может быть, и не отстанут. Ну, если не окупили, то ну, кто его знает. Во всяком случае, они нам с вами не расскажут о их ближайших планах на нашу страну. Это точно. Да. Поговорим немножко о другой теме. На днях обсуждали многие, в том числе в соцсетях, «Мисс Беларусь». Конкурса красоты победительница Дарья Гончаревич. Что произошло с ней? Оказалось, что она участвовала ранее в фотосессии с БЧБ-флагом. Вот. И как мы, вот вы в частности, настроены? Сразу ее надо записывать в оппоненты и враги белорусского народа? Или это просто глупость с ее стороны была какая-то? Или правда ей там кто-то руководил и запудрил мозги? Для меня враги белорусского народа – это организаторы этой революции. Эта девочка, она же не организатор. Ну, людям запудрили мозг. Наши враги – это те, кто нам все это устроил. Вот это для нас враги. Тех, кого они надурили, ну какие они нам враги? А, кстати, с этой девочкой тут один очень интересный момент. Я бы хотел бы отметить то, что на конкурсе красоты ее выбрали за ее личные заслуги, а не за политические взгляды. Поэтому у нас вот, нет принципа такого, кто не с нами, тот против нас. И нам этот принцип нужно сохранить. Тут другой момент еще, извините, что, понимаете, ее-то, может быть, и выбрали. И, может быть, у нас нет такого принципа, кто не знаем, кто против нас. Но, как я вижу, электорат, который с первых дней выступил на стороне Лукашенко, это немножко его обижает. Они говорят, подождите, мы тут сразу, а тут девочка, то БЧБ-сессия, то она уже там активистка, то еще что-нибудь. Мне кажется, что обижаться на обиженных воду возит, Лена. Понимаю, но эмоционально это людей как бы беспокоит. Не знаю, поэтому можем и ругают. Ли мы с тобой говорить от имени людей? Я бы тогда хотел сказать тем людям, которых обижают, ну, такие ситуации, что вот выбрали там оппозиционно настроенного человека там на какую-нибудь должность там, или еще что-то, да. А я бы хотел сказать так. Ну, если человек для предприятия, условно говоря, независимо от его политических взглядов, что у него в голове полезнее на этой должности, чем кто-то другой, то, конечно, в интересах предприятия надо назначить того человека, который полезный. Я рада, что у нас дискуссия какая-то идет, действительно. Я бы хотела еще по поводу этой несчастной мисс Беларусь вернуться. Почему, мне кажется, важным сейчас не обращать внимания на то, как обратная сторона пытается, не имея других информационных поводов, изо дня в день писать о том, что она там где-то оправдывается. Девочка дает интервью в государственных СМИ. Она не оправдывается, она дает интервью. Но натянуть то, чего не соответствует действительности, на свою повестку, это вполне в их традициях. Mm-hmm. И поэтому и до небес вздувать такие случаи, это опять-таки занимается не государственные СМИ этим. Этим занимаются конкретно те, у кого есть такая задача – разделять. Так вот, ну я с вами согласна, что мы не должны, и, Лен, а с тобой нет, что мы должны обижаться на нее. Нет, ей там совсем мало. Я говорю о том, что есть разные точки зрения, есть разные радикальности взгляды. И те, кто радикально настроен, те, конечно, никакого БЧБ не должно быть в истории, в анамнезе. Нам надо отказаться от фанатизма. Фанатизм вот этот вот мешает. С обеих сторон. С обеих сторон, абсолютно. Какой же вы умничка. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю, телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, предлагайте нам гостей. И скоро увидимся. В
В эфире программа «Скажи, не молчи». Сегодня у нас в гостях бизнесмен, представитель малого бизнеса, патриот Михаил Фурсевич. Михаил, у вас на аватарке в одном из мессенджеров стоит фото сына. Мы сейчас покажем. Ясное дело, вы таким прекрасным пупсом гордитесь. Он шахматист. Причем видно, что совсем юненький. Молодежь, вот на ваш взгляд, у нас часто это обсуждается тема, деградирует. Или нет? Или вы считаете, что они лучше, умнее нас и построят новый мир? Скоро. Это молодежь считает, что у нас мозги костяные. Наша молодежь прекрасная. Судя по детям, которых мы видим, прекрасная, красивая молодежь. Главное, чтобы мы ее не потеряли. Как родителям мы должны... школа, конечно, школа свое дело сделает, но мы должны дать дополнительные кружки какие-то. Мы должны развивать своих детей для того, чтобы... Опять же, для того, чтобы наша страна стала процветающей. Да, мой сын обыгрывает меня уже в шахматы, и ему уже стало неинтересно со мной играть. И мало того, что я не могу помочь ему решить его задачи, которые ему задают на тренировках. Сына я ращу как гражданина Республики Беларусь. И я надеюсь, мой сын принесет нашей стране огромную неоценимую пользу. У вас была симпатичная идея. Вы говорили, что вот если бы на интеллект делала ставку нация, это было бы, наверное, полезнее, да? Расшифруйте немножко. Вообще мы должны на все делать ставку. Угу. Вот, на все, что нам пригодится, мы должны делать ставку. Но нужно сказать, что интеллект – самая твердая валюта в мире. Вот, и об этом нужно знать. И, может быть, нужны нам какие-то глубокие реформы образования. Ведь мы ушли от советской школы далеко. Да, и, наверное... Может быть, и зря, ведь на сегодняшний день молодой человек без телефона, без гугла, он тебе не назовет столицу там Франции, например. Ему надо загуглить. Или глупость скажет, что Франция и Германия. А мы писали сочинение, нам надо было, чтобы поступить там в институт, надо написать сочинение было, там масса сочинений. Мы выражали свои мысли, нас учили думать. Вот, нас учили думать, а на сегодняшний день нас учат сдать ЦТ. Угу. Я знаю по старшему ребенку. 11 класс она провела, не получала знания, как их учили, как сдать ЦТ. Это не совсем верно. Нашим детям надо научить думать, рассуждать и уметь принимать решения. И кроме системы образования, опять же, Министерство культуры должно принести свои соображения в то же образование, там, чтобы рассказали, кто мы, белорусы. Вот. Ведь давайте спросим у старшеклассников, вообще, вы знаете, откуда мы вообще взялись, кто мы были и кто мы есть. Вы сына Германа в 3 года отдали на шахматы, не жалеете? Да. Не рано это было? Я считаю, это вообще классно. Вот. Это... На мой взгляд, раскрутили ему мышление, он начинает думать, и я считаю, что это правильно. Я вообще удивлена, что у нас еще уцелели какие-то кружки шахматные, дворец шахматов, шашек работает, я проходила однажды мимо, недавно, и увидела там за каждым столом детишек, и, в общем, очень порадовалась. Вы многого не знаете, у нас фестивали «Черные пешки». Вот посмотрите там, вот эти фотографии с первого фестиваля «Черная пешка», которая проходила в Бресте, вот там снимали репортаж, там очень все было... Жестко. Нет, не жестко, там было празднично. Это, и да, вот эти вот дети, которые что-то делают, не в телефоне играют, а на доске, это хорошо. И, опять же, кроме шахмат есть еще спорт. У меня сын занимается шахматами, футболом. И чувствую, нужно будет когда-то принимать решение, куда вот отдавать, футбол или в шахматы. Потому что и там бесплатно в спортивной группе, республиканской спортивной группе, и в футболе тоже в основном составе, со старшим годом и так далее. То есть
Плюс еще даже тренера по тому же футболу отмечают, что он умеет думать. Он думающий игрок. Ну, конечно, вот. Это ценный самый думающий игрок. Не только ногами бегать. И в любой сфере. Поэтому, мне кажется, вот именно интеллект нам надо развивать. Умным должно быть стать модно среди молодых людей. Хотя я часто встречаю, Вика удивляется, но вообще реально очень много делается. Там и кружки бесплатные, и все остальное прочее. В том числе не только там шахматы или футбол, или бокс, а еще и какие-то там вещи, ну, там, я не знаю, развитие там способностей. Там, к дебатам, там, каким-то... Ну, если, в конце, я не удивляюсь, я просто далее. Именно конкретно шахмат касалась, потому что я знаю, что есть поддержка талантливой молодежи, фонды работают исправно, и вообще мы отмечаем, у нас сохранилась эта традиция искать. Моды на прям быть умным, интеллект, вот когда там без телефона ты называешь столицу или там что-то, какую-то тему начинаешь поддерживать разговор, она, к сожалению, ушла. Но смотрите, с другой стороны, мы с вами, когда жили, ну, в смысле, мы живем, но в детстве в нашем, не было такого количества угроз, да, как бы, как сейчас. Потому что, ну, там, я не говорю там про педофилию и всякие остальные такие совершенно омерзительные вещи. Но, опять же, смотрите, эти телефоны и вся эта компьютерная тема в соцсетях, это же не только повод узнавать что-то новое, это еще и инструмент для буллинга, инструмент для травли в сети. Мне кажется, почти каждый подросток с этим сталкивается, вот этим желанием быть там кем-то в соцсети сначала, а потом быть каким-то человеком внутри. Я к чему веду? Я думаю, что мы не раз еще будем эту тему обсуждать, потому что она повторяется из года в год как минимум. В этом году дважды я говорю про Колумбайны, про стрелков, про нападения в школах не только российских, но и мы тоже пережили. В Беларуси были такие моменты: в Столбцах напал ученик с ножом на одноклассника, по-моему, и учительницу. Но последний, самый свежий случай, как бы, ну, если можно так сказать, это Пермь, конечно, безумие абсолютно. Вы специалист по безопасности. С точки зрения безопасности, вот электронными приборами можно этого избежать? Или здесь только какая-то другая история должна быть? Как специалист по системам безопасности, я, конечно, могу предложить поставить дополнительно рамки металлоискателей. Но вопрос в том, что очереди начнутся в эту школу, и каждый раз будут портфели проверять там на предмет линейки металлической и так далее. Нет. На самом деле нужно здесь с воспитательными процессами работать, наверное. Вот. И, опять же, ну, это не в моей компетенции, как с воспитательными процессами. И, может быть, даже это тема отдельной программы. Обсудить это именно со специалистом. Я с вами согласна. Я начала про эти ВКонтакте и всякие соцсети. Оттуда идет агрессия. Люди, все стрелки, так называемые, все начинали с этого. Они в соцсети высказывают свою агрессию в надежде, что их услышит кто-то или увидит кто-то. Но мне кажется, остановит что-то. Мы когда с вами в перерывах обсуждали эту тему за кадром, Михаил говорил о том, что родители часто вообще ленятся, да, посмотреть, чем занимаются их дети. Это тоже большая проблема. То есть, когда мы оставляем ребенка наедине с экраном надолго, мы его неизбежно теряем. У вашего сына есть телефон 8 лет? Он там сидит? Конечно, у кого сейчас нет телефона. Но некоторые, кстати, отказываются. У нас были гости, которые говорили: нет, ни в коем случае. Есть, и здесь, к сожалению, тоже я вижу эту проблему. В Китае, вы знаете, ТикТок уже ограничен, да, 2 часа в день. Я бы его вообще запретил. Другое дело, если он есть, если я ему не буду давать телефон, он будет в школе смотреть под партой там или еще где-то там. Ну, вы как будете бороться, если сын будет залипать долго? Единственное, я вижу для себя метод, это быть для сына авторитетом прежде всего, и силой авторитета и убеждения там как-то на это влиять. Но полностью искоренить, ну, мне кажется, не надо питать иллюзии. Михаил, мне понравилась наша сегодняшняя беседа. Вы были очень искренни и информативны для нас, потому что всегда приятно развиртуализироваться и почувствовать энергию человека, то, как он мыслит, посмотреть, то, как он думает, почувствовать его настроение. Вот у меня, может быть, финальный вопрос. Вы как сами себя прислушиваетесь же к себе? Вы хотите перемирия с оппонентами? Я хочу мира. Работая в этом Фейсбуке, но я нашел себе единомышленников. У нас есть идея создания этой партии единства. Я считаю, что мы должны, вообще в нашей стране должны быть приняты комплекс мер на предупреждение вот этих вот революций. И одной из мер предупреждения этих революций – это... Я убежден, что создание нашей партии будет одна из мер
предупреждение этой революции, потому что мы будем в том числе направлять свою работу и на воспитание наших граждан. Мы будем поддерживать здоровые инициативы. У любого человека будет возможность прийти к нам, сказать о своих идеях, о своих чаяниях, о своих проблемах. Мы можем эти проблемы даже систематизировать, чтобы где-то повлиять какие-то на принятие решения теми же палатой представителей, для того, чтобы улучшить нашу страну. И почему я иду в эту партию? Потому что в партии у меня будет возможностей больше сделать нашу страну лучше. Чем одному. То, что у нас граждане стали задумываться о том, как же можно принести пользу своему обществу, не только написав какой-то пост в Фейсбуке, а даже сделать какой-то шаг навстречу политическому движению и посмотреть, что тебя окружает в этом мире, это здорово. Мне кажется, это один из плюсов того, что с нами происходило. Спасибо вам большое за этот очень искренний разговор. Мы, Елена Слав и Виктория Попова, с вами на сегодня прощаемся. А финальное слово, как всегда, за гостем. И сейчас говорит Михаил Фурсевич. Дорогие друзья, я желаю вам всем мира, добра и процветания. Я надеюсь, что мы вместе, и никто, кроме нас, построим процветающую и красивую страну для жизни. И Беларусь будет занимать достойное место на политической карте мира. Мы создаем партию, партия единства. Присоединяйтесь, будем работать вместе на благосостояние страны.